Михаил Юрьевич Лермонтов. «Заблуждение Купидона», 1828 год. Читает Лев Литвинов. Однажды женщины Эрота отодрали. Досадой раздражен упрямое дитя, напрягший грозный лук и за обиду мстя, не смея к женщинам, к нам ярость острой стали, не слушая мольбы, усерднейший стремит. «Ваш подлый род один», — безумный говорит. С тех пор-то женщина любви не знает, и точно как рабов считает нас она. Так в наказаниях всегда почти бывает. Которые смирней, на тех падет вина.